Доброго времени суток, друзья! Сегодня у нас будет, скажем так, не распаковочка, ну, сделаем такую имитацию небольшую. Это будут мои часики. Да, распаковки я тогда не делал, когда они мне пришли. Да, расскажу про опыт эксплуатации. И да, погнали! Да, и сегодня мы будем смотреть на такие часики от фирмы Armani. Коробочка уже пришла покоцанная. Да, так что посмотрим, что было там внутри. Аккуратненько так распакуем. Да. Внутри у нас такой кейсик для самих часов. Я, в принципе, им пользуюсь. Очень удобная штука. Так, часики пока мы уберем в сторонку. Посмотрим, что там было внутри. Внутри, я думаю, там ничего особенного не было, да. Так, это у нас что? Это у нас сертификат. Книжка. Я не знаю, зачем эта книжка. Зачем столько много? Это ведь даже не смарт-часы, это простые часы. И да. Получается, они защищены по IPS. Я даже об этом не знал. Ну да. Тоже такая история. Это что у нас? Это у нас. Да, это у нас просто. Просто-просто. Просто ценник. Да. Ну, кто заметил, тот уже знает, сколько они примерно стоят. В принципе, их можно и где-то, наверное, и дешевле взять. Я, честно, не помню. Мне они пришли как подарок от любимой жены, да, так что я даже и не знаю, за сколько они покупались. Но я думаю, что-то в пределах этой суммы, да, поскольку это Армани, да. Но, честно скажу, пользуюсь я ими уже год, да, поэтому, в принципе, я ими доволен. Я их не ношу повседневно, потому что вот у меня даже Mi Band есть, допустим, да, на работу ношу его. Дома тоже ношу его, а эти как на выход. Если куда-то одеться, куда-то сходить, или если при пиджаке, или тому подобное, да, очень-очень удобно, да. Хотел как раз-таки с ремешком. Мне, ну, или ремешок, или керамика. Мне, в принципе, ремешок удобнее, потому что носить удобнее, да. И вот сейчас померим на руке, посмотрим, как это все будет выглядеть. Mi Band уберем. Да, вот так часики выглядят на руке. Тут у нас логотип Emporio Armani. Да, ну и в принципе, часы как часы. Да, здесь у нас тоже логотип на руке. С обратной стороны у нас кнопки. Тут регулировать у нас дату и как бы само время. С кнопками я не балуюсь, поскольку у меня эти циферблаты, в принципе-то, и не нужны. Я не знаю, да. Если кому-то надо, то он может и здесь, в принципе, об этом все узнать. Но это не, я думаю, это не такая уж и важная штука в часах. В часах самая важная штука – это сами часы. Да, ну и как они выглядят, да. В принципе. Ну, а у нас на этом все. Всем желаю всего хорошего и до свидания.